сам факт возбуждения вопроса об этом референдуме свидетельствует о том, что те, кто его инициировал, из тех, кто живет здесь, ну, они или прямые агенты Кремля, или просто отказываются нести чувство исторической вины и исторического искупления. То есть Латвия им не нужна. Христианин не может сказать: я ни в чем не виноват. Это было до моего рождения, и то, что здесь были советские танки, и то, что я исторически, изначально, генетически был потомком оккупантов, меня это не касается. Меня не касается гибель латышей, меня не касается пакт Молотов-Риббентроп. Так не может ответить порядочный человек, так не может ответить христианин. И, конечно, 200 тысяч и другое население, которое имеет какой-то интерес в русском языке, они должны пойти на этот референдум, сказать «нет», сфотографировать мобильником своим свое голосование, свой бюллетень, выйти с гордо поднятой головой, с гордо поднятым бюллетенем и сказать: «я патриот Латвии, я голосовал против». Это очень типичная операция, крупная глобальная операция российских спецслужб. И очевидно, что это дело, конечно, не в втором языке, а в создании вот этой точки нестабильности, из которой можно, как это делают любые спецслужбы в любом месте мира, из которой можно легко, из этой точки бифуркации, переводиться в любое другое состояние. Однако, существуют ли какие-либо документы, подтверждающие эти измышления? Достанем документы, и будет очень стыдно тем, кто на российские деньги сегодня занимается провокациями в Латвии. Вы знаете, нужно сначала достать документы, а потом утверждать что-то. Я очень отвечаю. Спасибо, что пресс-конференция закончилась. Большое спасибо вам.